свидания. Секс. Ну что ж. Всем привет. Оу. Это тинт, это не кровь. Ну, мы, короче, что? Товарищи, мы сейчас будем выступать на КДФ. Да, вон у нас с Юлькой. Ну, не прямо сейчас. Ну как? Сколько сейчас времени? Время веселиться. Без 10:02. Ну, короче, через 3 часа. Да, короче, через 3 часа будем выступать на КДФ. Мы, это, ну... Уже вот. Здесь очень давно. Да, еще очень мы сильно ждем. Хочется спать. Сколько ты спала, Юля? 3 часа. И я. Короче говоря, мы с Юлей, с Катей и с Байдюк успели прогнаться. Вот. 10 утра, поэтому 3 часа мы потом здесь с Юлей сидели вдвоем. Байдюк где-то здесь недалеко сидит в каком-то корейском ресторане. Там. Ну, короче, мы сейчас в авиабарке и просто ждем, когда нам нужно будет вернуться назад, чтобы выступать. Вот. Там огромная сцена и большой зал. Вот. Это целый стадион. Мы вам потом покажем, как это выглядит. Что делаешь, Булка? Чимин, ну ты пидор. Ты что такой накрашенный? Да. Она сейчас сцепится, вообще ничего не будет. Короче, мы все еще дружно ждем Маргариту, потому что она должна заплетать косички тем людям, у кого косичек еще нет. Да, стилист, парикмахер. Вот. Мы с Настей уже с косичками, а вот эти дамы нет, поэтому... Ну, мы с тобой уже элитка просто, Настя. Я не накрашена. Так что ты одна элитка. Ладно, я одна элитка. Даша участвует сразу в 3 номерах, да. Посмотрим, как она успеет переодеться за 2 номера. О, блядь, все, Гацем приезжает, первые места купил, вообще обожаю. Да. Я такая захожу, я говорю, ой, продажа началась, ой, все секторы, кроме С, распродали. Ой. Случайно. А у меня там, знаете что? Псы ж! Пишите нам директ. Как вы думаете, что это означает? Жоп псы ж, не хочешь нам заплатить за рекламу? Пиздец, КДФ, ыж. Ыж. Это потуг. Звук потуга просто. Чук-чай. А чук-чай. Несите чаю, я... Да. Ага. Кто тут у нас? Кто тут у нас? Какой-то мужик. Later. Чё, Маргарита снова за работой? Ну шо, стилист? Шо. Как дела? Шок обидно. В России. Я в шоке. Что происходит? Что это происходит? Хочу спать. Блин, я тоже хочу спать, Юль. Когда не надо смеяться, смешно в 2 раза. Блин, а когда 3 часа еще поспал перед этим, вообще смешно. Угар. Может, на кривое зеркало пойдем? Пойдем. 2 hours later. Короче, мы все еще сидим, ничего не поменялось. Если вам вдруг было интересно. Прошло 2 часа. Короче, ничего не происходит. Мы все так же сидим на фудкорте и ждем, пока начнется фестиваль. Нюхаем, вот. Как пахнет рыбой. Че? Нюхаем, как пахнет рыбой. Жутко. Самый жуткий. Нет, не самый. Сегодня было хуже утром. Об этом вы не узнаете. Но пахнет ужасно. Там как будто партиями выпускают рыбу. Мы как-то удачно сели, короче. А Настя еще сюда ехала. Рыбных ресторанов рядом нет. Это какая-то подстава. Теперь копченый рыбы пахнет. До этого просто сырой. Ой, да. 1 eternity later. Главный сыпун. Сыпун, как будто сыпун. Это, как будто это ложь.
девушку с корейским акцентом произнесла. По-английски. Сори, я не шарю в корейском. И в английском тоже. И вообще я не шарю. Юль, что происходит? Я не понимаю, что происходит. Что? Это заговор? Вы считаете, что это заговор? Везде. Это как мне мама вчера рассказывала, что везде масоны. И что везде цифра 666. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как бы. Уткнула в первый раз. Так. Знаешь ли такую штуку? Вы пойдемте, и у нас будет такая штука. Выпендриваются, сидят, выпендрёжницы какие-то. Да нет, что ты, посмотри, у меня есть всего лишь карточка. Плюс, вот что с ними делать, а? Ой, надо не вас. Ну что, товарищи, мы выступили. О, вот. И мы опять не сняли зал, да? Ну, мы снимем потом. На награждение. Потом будет картинку они вставят. Картинку вставят из интернета. Фотку. Короче, мы выступили, очень надеемся, что там все нормально, потому что вроде как бы не лажали. С концерта пасты. С концерта пасты. Там, где все заполнено, да? Ребята, был такой солдат вообще. Просто мест не хватило просто. Вообще люди на лавках сидят. Ой, на полу. На пеньках. Часть на сцену села, но потому что места вообще нет. Мы тоже на сцену сели. Вначале. А потом как стали. Вы слышите, какой у Юли эротичный голос? Я превращаюсь в Намджуна просто. Ну, блин. Ну, по ощущениям. Я болею кей-попом. Хорошо. Да, по ощущениям. Ну, я посмотреть кайфанула. Бы еще на это. Мне кажется, мы кайфанули. Нам не кайфанули. Разрешили это смотреть номера. А, да, не разрешили. Мы с ним говорим. Ну, короче, да. Номера, походу, посмотреть у нас не выйдет. Ну, мы Аню видели. Да, Аня. Это было так красиво. Я переживала, как за доченьку в детском саду. Цепай, вы лучший. Это было вообще, особенно заставку еще такую включили в конце. И, да, этническая тема такая вообще. Просто фон, Аня такая, о, вообще. Фонарики вот эти вообще, это так красиво. Не, вообще красиво было очень, правда. Секси, блин. Нас обманули, это была няня. Ты мин приехал просто такой. Я быстро. Да, такой, я сейчас тут выступлю по-быстрому. Ты мин, я еду в Рашку. Он такой, я с тобой. Блин, надеемся, что все хорошо. Когда посмотрим видос, будет понятно. Какой-нибудь. Кто-нибудь, когда-нибудь, куда-нибудь. Ставим сюда. Да. Вот, потом надо будет еще сцену поснимать. Это скрытая камера. Кажется, уже не очень скрытая, но ладно. Вы смотрите, какие тут женщины сидят. О май гад. О май гад. О гад. Подкаты BTS к Мамаленду продолжаются. Нам, гопникам, такие дамы, конечно, не на зуб... Нет, не по... Что, как бы выражение? По зубам. Вот, да, не по зубам, да. Пацаны, смотри, кого нашли. А я что? Видели, что? Ты меня поймали. И не важно, что на заднем фоне, как мы бы там Мина снукер, поймали. Как бы там берут интервью снукер, это не важно, как бы здесь ты Мина. Ну, короче, мы тут такие пошли, такие хотели, короче, там типа там, ну, Липтон там в автомате купить, ну, короче, ну, ничего криминального. А тут, короче, ты Мин сидит. Мы такие, а что ты тут делаешь? Ты сидишь? Как? Я не понимать. Не понимать?
Сказала, что очень рада вас приветствовать, я просто личный переводчик. Я очень русский просто немножко. Вот. Немножко. Как ваши ощущения? Тымин. Она сказала, что ее тымин. Грамм. Она говорит картошка. Супер, смотрите, говорит. Супер. А где супер? Ой, не я все. Я в сторис видела. А мы вживую смотрели, между прочим, вживую. Да неправда, красиво было. Вы это потом напишите там что-нибудь, что типа красиво было. Ну правда же красиво было, ну? Я танцевать хочу просто очень. Танцевать? Да, только мне настроение. Давай. Можно трек? Я потом подставлю любой неожиданный какой-нибудь. Мало половин. Это черный вода. Black water. Why? She's black. Артезианский water. Заинтриговала. Black water. Я, кстати, так и не пробовала black water. Water. Да, натуральная черная вода. Понимаете? Натуральная. Природа создает. Они просто много такой воды. Вода. А да, я тоже хочу. Надя, держи, развлекайся. Давайте ваши эмоции во время этого, пожалуйста, мысли. Ты только делаешь глоток, и в это же мгновение к тебе на полных... Ты там марихуану ставишь, да? О, штырила вода. Я же потом пожалею. И потом это увидишь. Я отобрала камеру, всем пока. Спасибо за камеру. Да, попрощайтесь с ними. Все, до свидания. Ага. Я недалеко убежала. Сэнпай noticed me. Заглянула в душу, бро. Я не смогла украсть камеру, извините. Вот так вот поймали с поличным. Джулия, как ваше впечатление? Корейцы. Сидят там всякие корейцы. Скажи, кто это? Я не знаю. Ребята, это Снупер. Знаете, как я их узнала? Люди, которые были... Снупер. Люди, которые... Люди, которые были вчера в конце, очень часто писали в Твиттер, что их ботинки прекрасные. Вот если ты зазумишь на их ботинки, вы поймете, о чем речь. Юля, мы с тобой разговариваем. Так, мне кажется, это будет очень полезно, да? Вот. Ботинки-то реально зачетные. Неплохие. Неплохие боты. Может, подкаст? Они, кстати, видела его бассейн вчера. Мы теперь, короче, сидим, ждем. Ну, ждем теперь конца просто. Ждем конца. Опять тымин пришел. Слушайте, вот он... 25-й тымин. 25-й кадр. Кажется, мы ему нравимся. Как коты вот просто типа начинают подходить поближе. А, секрет. Давай, что? В общем, сейчас в гримерке. Что? Девочка, она сказала главный секрет человечества. России в целом. Она сказала, что Козловский гей. И вот это у нее. Кто это? Достоверно. Ты что? Козловский, блин, главный актер наш. Где? Козловский. Данила. Ну, гей, толк, сказал. Слышал? Прикол в том, что же там еще? Прикол в том, Тымины Козловский. Ну, подожди, не так просто. Ну, во-первых, по-моему, он женат. Но тёлка сказала, что у него работает в Останкино сестра, и она знает, что он гей. Вот, представляете, что творится? Что-то не сходится. Что-то в жизни творится ваше. Базарит там что-то Тымин-то, смотрите. Сэмпай, notice me. Сэмпай. Я знаю, так я хочу. Сэмпай. 3-4, Юля. Сэмпай. Он может реагирует на высокие частоты. На низкие? Нет, он вот на низкие не реагирует. Через
дайте больше страсти, ну же. Так. Максимально естественно. Что такое рестарт? Кто? Рестарт. Может, рестарт? Конечно, рестарт. Что такое рестарт? А может и нет? Это кофе так называется. Кофе так называется? Да? Что за кофе? Ты что, кофе хочешь? Ты что, кофе хочешь? Аня, Аня, кофе хочешь? Ага. Что такое ристретто? Два. Девять. Сорок. Да. Это что-то из экспресса, да, такое. Кофейное что-то. Мне кажется, это кофе. Да ну не, дичь какая-то. Да ну не. Надо подумать над этим. Это молоко яка. Мужского пола. 8 рублей? Блин, Ритка, что случилось? А что ты купить хочешь? Тоже кофе? Нет? Все, дам тебе 8 рублей, подожди. Кружочки гребные. Кружочки гребные. Блин, креветочка, сейчас дам тебе 8 рублей. Ритка, тебе весело? Ну да. Привет. У нас ничего не изменилось. Только очень много времени прошло, так ничего не изменилось. Весь фест — это одно сплошное ожидание. Да. О. О! Видали, сколько времени уже? Да. Фокусируйся, брат. Да, вон, 7:18, понимаете? Так-то мы выступили в 5:17 примерно. Да. Да бы не ты, не ты, не ты. Не было б меня, не было бы я такой, как сейчас, сегодня такая. Если бы не ты, не ты, не ты. Не было бы я такой, как сейчас, сегодня такая. Это любовь. Друг забит. Боже, браво, браво, Джули. Вы браво. Я там, да, кину вам там розочки-то, там деньги-то. Спасибо, Джулия, спасибо. Это был замечательный сольный номер. Замечательный перформанс. Нормальные края. А я в Сызрани. Опять Сызрани. Мы там не были. Мы не были в Сызрани, да, что ты, Юля? Визу сызранскую? Конечно. Да. Риту не пустят. Риту не пустят в Сызрань. Она сказала, что это жопа мира. У нее лицо не сызранское. Не сызранская физиономия какая-то. А их Сызрань? Таких Сызрань, да. Таких Сызрань не пускают. Типа, мы москвичи, а они сызранцы. Сызранчи. Типа, ты кто? Я сызранка, да? Оставляйте ответ. Там Сызранка, молчанка. Блин, жители Сызрани, если вот кто-то такой вот нас смотрит, не расскажите. Пейте. Не, во-первых, не пейте, а во-вторых, расскажите, как вы зоветесь. Мы недалекие, мы не умеем, мы не знаем. Сызранчане. Сызранчане? Стать миллионером, 4 варианта. Да-да-да. Ваш ответ, Маргарита. Сызранчане. Сызранчане, оставьте в комментариях правильный ответ. Мы узнаем, выиграла ли Маргарита себе для бутылку воды. Ребята, наконец мы можем показать вам зал. Боже, посмотрите на это. Сегодня здесь присутствуют знаменитые корейские кей-поп-звезды. Я надеюсь, что вы замечательно. Ритка, крутой зал, да? Это мы что, там были, да? Это мы там были! Вот там мы были, чуваки, вот там выступали! А там еще были экраны сверху, чуваки! Там экраны! Хорошо, очень хорошо! Алло, все!
Очень халясё. Очень халясё. Очень халясё. Тебе халясё, Лита. Очень халясё. Очень халясё. Халясёся. Халясёся. Выходим на сцену. А чё, как, куда? Ой, можем сюда? Да. Пацаны, ой, какая я, это жирная. Блин, короче, ребята. Что? Видали, чё? Вы что, ребята? Трёхи создали, это которые... Нам подарили, короче, тут дофига дорогих блютузных наушников. Вот, каждому, короче, по паре. Вы прикиньте, теперь можно, короче, ходить с блютузными наушниками. Пришли такие просто одетые, как с дивана встали, приехали. Я вообще не поняла, чё, как это произошло? Здесь. Мы, короче, теперь сели на места просто, чтобы, ну, там сейчас концерт же должен быть, где там карды, там снупер, там всякие вот. Вот. И, короче, сейчас будем зырить концерт, и у нас второе место. Вот. Вот так отсюда все выглядит, смотрите. Видали, как чё вообще. А вот там мы выступали. Вот там. Ну что ж, да, это уже следующий день после фестиваля, да, сейчас я нахожусь у себя дома, да, простите вот этот вот там бардак на заднем плане, не смотрите в этот угол, там в процессе оно уборки, я клянусь, я убираюсь. Последний кадр, который вы видели, это, по-моему, был концерт, где выступали как раз Суми, Карт, Снупер, Импект. Вот. Дело в том, что мы с девочками на радостях, ну, после фестиваля, совсем забыли закончить влог. Вот. И не хотелось заканчивать видео, совсем не сказав большого спасибо всем тем, кто вчера подходил к нам с нами, фотографировался, говорил нам какие-то добрые, теплые слова поддержки, поздравлял с победой и так далее. Вот. Правда, огромное вам всем спасибо. Вы правда, вы даже не представляете, насколько для нас это все ценно, важно. И просто это было что-то невероятное. Мы, правда, мы не знали, что нас на КДФ, правда,
ну, поддерживает, и то, что за нас болеет такое большое количество человек, ну, как бы... Вас так много написало нам в директ в Инстаграме, как бы на общий аккаунт, на мой аккаунт. Также какие-то сообщения в ВК и просто люди, которые подходили на самом фестивале. Это что-то невероятное. Правда, спасибо вам огромное, потому что на самом деле, ну, ваша поддержка, она значительно ценнее, чем любые все вот эти вот там призы, места и прочее, потому что... То, что нас смотрит и на нас подписаны такие замечательные, добрые, милые люди. Правда. Это значительно ценнее, чем просто какие-то места. Вот, поэтому спасибо вам огромное за вашу поддержку, за то, что вы за нас переживали, за то, как вы поддерживали нас во время выступления, как поддерживали после, как вы желали нам удачи до. Это все безумно ценно, приятно и... Именно вы сделали наш вчерашний день таким замечательным, приятным и теплым, каким он был. Да. Вот. Очень-очень сильно вас всех любим. И пока.